основании части 1.1 статьи 170 УПК РФ в связи с применением средств видеофиксации хода и результатов следственного действия. С участием подозреваемого. Назовите, пожалуйста, свою фамилию. У нее сверху было тонкое такое стеганое одеяло. Можете поставить манекен еще раз так же? Отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного пунктами А и В части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за убийство двух лиц, в том числе малолетнего ребенка, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии. По данным следствия, 29 ноября 2020 года в дневное время 53-летняя жительница города Саратова пришла в гости к своей 38-летней знакомой, проживающей в квартире дома на улице Чернышевского. Женщина находилась дома с малолетней дочерью. В процессе общения между женщинами произошла ссора, в ходе которой гостья вооружилась ножом и нанесла сначала хозяйке жилища, а затем ее малолетней дочери множественные удары. От полученных ранений женщина и девочка скончались на месте. Злоумышленница похитила из квартиры ювелирные изделия и банковскую карту и с места происшествия скрылась. С банковской карты она впоследствии сняла 70 тысяч рублей. Личность подозреваемой была в кратчайший срок установлена в ходе совместной работы сотрудников СК и МВД. В ходе допроса подозреваемая сообщила об обстоятельствах произошедшего. Следователями СК проведена проверка ее показаний на месте происшествия. Следственный орган намерен ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемой мер пресечения в виде заключения под стражу. Выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается. Старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области Надежда Волошина.